Вы смотрите информационный канал «Город», и мы продолжаем. Два автомобиля повредились при пожаре на парковке по улице Воровского. Дознаватели предполагают, что одну из машин подожгли с помощью бензина. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. По словам очевидцев, на парковке вспыхнула иномарка Kia Ceed. Огонь быстро охватил салон автомобиля. Сотрудники МЧС приехали оперативно и сразу потушили огонь. Однако машина теперь не подлежит восстановлению. Также в пожаре пострадала припаркованная рядом иномарка Hyundai AX35. Как стало известно, автомобиль Kia поджег неизвестный мужчина. Сейчас по факту пожара идет проверка. Бойцы ОМОНа Росгвардии провели учения по задержанию вооруженных преступников. Целую неделю они тренировались в стрельбе и гранатометании. В финале этого полевого выхода прошел штурм здания с помощью спецавтомобиля «Тигр». От кафе до дома рукой подать, но автоледи на Hyundai все равно села за руль. На улице Орловской девушку с помощью активистов ночного патруля задержали сотрудники ДПС. Впрочем, в сравнении с большинством пьяных водителей, она отличилась образцовым поведением. Лена Анатольевна, присутствие понятых. Я вас извещаю о том, что вы отстраняетесь от управления транспортным средством, так как имеются признаки опьянения, запах алкоголя изо рта. Все ли вам это понятно? Елена Анатольевна, в присутствии понятых, также четко, ясно, громко скажите, согласны ли вы пройти освидетельствование здесь, на алкотестере? Если бы Елена прошлась от кафе до дома пешком, то вряд ли бы она встретилась с инспекторами. Но теперь ей грозит лишение прав на 1,5 года и штраф 30 000 рублей.